Итак, новости с фронта борьбы моего топинамбура с немоим борщевиком. Конечно, топинамбур так быстро не растет, как хотелось бы. Только некоторые из его кустов поднялись до метра, остальные все-таки еще внизу. Но сегодня я хотел бы сделать акцент не на топинамбуре, а не на борщевике. Кстати, если посмотреть на борщевик внимательно, то что-то на нем больше желтых листьев, чем больших и прямых зеленых. Может, действительно какие-то выделяет топинамбур ядовитые эфиры, которые влияют на борщевик. Но это надо смотреть именно вот в процессе вот такой вот размещения борщевика среди топинамбура. Я принципиально не убираю вот этот борщевик, вот тот борщевик. Вот видите, там он в глубине. Вот он борщевичок у меня. Да там еще есть. То есть есть борщевик среди топинамбура. Есть вот здесь он даже на окраине топинамбура. И как мне зрительно кажется, я могу, конечно, ошибаться, но мне вот кажется, что борщевик, который внутри топинамбура, почему-то желтеет. Вот таким примерно образом. Вот видите, это ярко-желтый лист. Вот ярко-желтый лист. Они не трогались. Нет, тут же вот выше поднимаемся, листья зеленые борщевика. Но мне бы хотелось, и почему я эту тему так активно педалирую, мне бы хотелось, чтобы топинамбур просто борол борщевик. Так пока у нас некое сожительство. Хотя я не сказал бы, что борщевик в нем благоденствует, в топинамбуре. Но нет такого, что увидев топинамбур, борщевик бросился и на радиусе там, на расстоянии 3, 5, 8, 10 метров от топинамбура борщевиком и не пахнет. Пока пахнет, и топинамбуром пахнет, и борщевиком. Топинамбура становится все больше. Ну, так и задумано. Посмотрим, чем все это у нас закончится. Здесь дорожка прокошена между елками, задними елками огорода и топинамбуром. Она будет все время чистая. Топинамбур в эту полосу я не пущу. Посмотрим. Борщевик на заднем плане, так на глаз, уже где-то 1,5 метра. Еще не выбросил цветы. Ну, так растет достаточно буйно. Ну и сегодня 7 июня. Так что вполне вероятно, что борщевик еще не в своем цвете. Как-то так.